Ну что, ты ведьма? Уже не страшно? Уже не страшно. Мы только что сняли швы. У нас здесь еще небольшая ранка. Но швы хорошо зажили. Швы сняли. Все, поэтому морду завязали. Потому что мы решили кусаться, да? Мы не хотим снимать швы. Он уже успокоился, уже ему хорошо. Вот. Но у нас кроме шва, у нас еще проблема. У него началась рвота. Пока не знаем почему. Ну, несколько дней придется ребенка покапать. Одно выздоровело, другое у нас возникло. Ну ничего, мальчишка очень хороший. И я надеюсь, все будет у нас хорошо. Все. У него здесь очень жуткий шов был, очень долго не зарастал. Но теперь все будет хорошо, малышка, да? Да, зайчик мамин. Сейчас докапаемся, и все будет хорошо.